Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня расскажу про пароочиститель Kitford KT903. Рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам, а теперь начнем. Пароочиститель – многофункциональный аппарат, способный заменить моющий пылесос, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Он очень прост в управлении, и с ним справится любой пользователь. И самое главное, при очистке поверхности паром не требуется применение химических чистящих средств, что улучшает экологию дома, а также позволяет сэкономить на покупке чистящих средств. Пароочиститель оборудован съемным паровым шлангом и панелью для удобного хранения насадок. Имеется индикация готовности к работе и сигнализация отсутствия воды. Конструкция корпуса вертикального типа с удобной ручкой сверху и колесиками. Крупный пластиковый корпус из комбинированного пластика черного и зеленого цвета. По центру съемная пластиковая прозрачная емкость для воды. Справа от емкости светодиодный индикатор. С обратной стороны корпуса пароочистителя расположен держатель для принадлежностей. Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. KT903 имеет съемный резервуар для воды, поэтому воду можно доливать в процессе работы. Из резервуара вода подается в бойлер помпой высокого давления, поэтому в бойлере находится необходимый минимум воды. Время разогрева составляет 2-3 минуты. Пароочиститель имеет мощность 2000 Вт. Рабочая давление составляет 4 бара, что примерно соответствует температуре пара в бойлере 145 градусов. Чистящие свойства пара получаются гораздо лучше, паропроизводительность выше, а время первоначального нагрева меньше. Паром можно очень эффективно очищать самые разные материалы от стойких и присохших загрязнений, так как пар увлажняет и размягчает частички грязи, проникая в мельчайшие засоры между ними. Также пар эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Тяжеловат. Сетевой шнур подлиннее бы. Занимает много места. Теперь перейдем к положительным. Довольно мощный пароочиститель. Резервуар для воды вместительный. Отлично справляется с загрязнениями. Удобен в эксплуатации. Много насадок в комплекте. Быстрая готовность к работе. Длительность использования без остановок. Уделите немного времени обратной связи, поучаствуйте в обсуждении в комментариях и не забудьте поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».